Благоустройство набережной в районе Китца завершится к июлю 2014-го. Такой срок сегодня назвали строители, на чьей совести висит знаменитый долгострой на Дубровинского. Напомню, в этом месте уже как год должен появиться мультиплекс «Синема-парк». Наконец, представители кинокомплекса официально заявили, «Синема-парк» в Красноярске заработает уже в августе этого года. А к началу лета строители обещают привести в порядок площадку около здания, убрать все заборы, сделать пешеходную зону и специальные дорожки для велосипедистов и роллеров. Воспитательную беседу по поводу сроков сдачи объекта с застройщиками сегодня провел глава города. Наша задача заключается, чтобы в этом году завершить эту многострадальную стройку и открыть набережную, чтобы та набережная, которая сейчас пользуется большим спросом у горожан, начиная от регистрационной палаты, соединилась с той набережной, которая в районе большого концертного зала. Правда, в августе мультиплекс заработает наполовину. Это кинозалы и бары, а торговые ряды и парковка откроются только к ноябрю.